Добрый день, сегодня суббота, 6 мая 2017 года. У нас немножко тепло, солнца нету, после обеда обещает дождик. Моя лужанка косил 2 недели назад, надо будет опять косить. Хотел вам показать русско-немецкий дастер, пелюгу, которую я себе приспособил тут для пасеки, для того, чтобы возить инструмент, корпуса, для рамок и всего остальное на пасеке. Что можно сказать о дастере, пелюге? Он еще не комплектный. Что он себя представляет? Это детская коляска, переделанная немножко. Нашел я ее на свалке. Попались 2 колеса. Коляска была с 3 колесами. 2 колеса пришлось от велосипеда одного снять, переделать. Поставил здесь длинную ось на гайке, удлинил это все дело. И сзади колеса с камерой, можно ездить его зад-вперед, можно поставить на тормоза, можно поставить его здесь на тормоза, еще работают тормоза. Можно здесь приподнять это все дело, закинуть что-то попить для работы. Это я еще оставлю. Опускается дело. Так-то все функционирует. Тут ручка была сломана, пришлось немножко импровизировать, сделать. Этот здесь вот сломано, пришлось это все укрепить. Здесь хочу сделать такой ящик для того, чтобы можно было ставить пустые рамки или рамки закрывать. Можно было такой корпус-ящик, чтобы делать отводки или пчел выставлять, или рамки, где находится, например, трутень, чтобы ее потом вырезать. Я думал рамки комплект вытаскивать, или в прошлом году также делал, что рамки вытаскивал и пчел страхивал, ставил новые рамки, а трутни с рамкой забирал на перетопку. Вот так это дело выглядит. Пылюга. Тут что-то сломано. Разошлось немножко. Вот так. Ну вот такое вот дастер, плюга для пасеки. Видел у некоторых пчеловодов, если большие пасеки, у них тележки, по которым они возят свои инструменты, улья. Ну, улья я не хочу с ним возить, только для того, чтобы инструмент был на нем и рамки. Ну, вот такое вот, думаю, приспособление. Эту ручку можно перевернуть на эту сторону. Еще функционирует, что можно с этой стороны его потом толкать. Но я думаю, так это удобно, потому что сзади можно тормоза поставить. И если в одну сторону поедешь, можно потом перевернуть его и в другую сторону толкать, не разворачивая коляску. Ну, вот такая вот штука. Ездит мягко. Я искал уже давно что-то наподобие с такими колесами, чтобы было удобно, если будет слякоть и грязь, то с этими колесами удобней проехать-то по такой полянке, по такой траве. На этом все. Желаю вам самого наилучшего, хорошего дня, хорошей недели, хорошего месяца и хорошего
сбора меда для вас и ваших пчелок. До свидания.